Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В данном видео расскажу о телевизоре от компании Samsung. Модель UE58NU7100. Актуальные цены на сегодняшний день будут в ссылках в описании к данному обзору. Я очень старался, собирал всю информацию о характеристиках, анализировал отзывы, монтировал и озвучивал. Очень надеюсь, что вам понравится, и буду очень рад, если вы поставите лайк и подпишетесь на канал. Диагональ экрана 58 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC, частота обновления 60 Гц. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD телевизора, экран которого содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с FHD телевизором. Еще больше деталей в каждой сцене. Смотрите HDR-контент с улучшенной четкостью и точнейшей цветопередачей. Телевизор Samsung UHD обеспечивает более точную передачу деталей в самых ярких и темных сценах. Ваш любимый контент с потрясающей естественной цветопередачей. Испытайте новые ощущения от просмотра. Насладитесь цветом, четкостью и контрастностью изображения, максимально оптимизированными для просмотра. Интеллектуальная технология подсветки UHD Dimming делит экран на небольшие блоки для более точной передачи деталей. Удовольствие от просмотра пропорционально размеру экрана ТВ. Испытайте более глубокое ощущение погружения в происходящее на экране при просмотре спортивных передач. Steam Link. Оцените высокую скорость ваших ПК-игр на экране телевизора через Steam Link. Играйте в ваши любимые компьютерные игры на большом экране, получайте удовольствие и забудьте ваш игровой опыт на небольшом мониторе. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора — 245 сантиметров. Тонкий и стильный. Современный, гладкий и тонкий телевизор гармонично впишется в интерьер вашего дома. Размеры телевизора 130 см в ширину, 76 см в высоту, толщина 6 см, вес 20,2 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 400 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы. Два USB 2.0, 3 HDMI 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один композитный, один компонентный, один слот CI+, 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi. Операционная система Tizen 4.0 – быстрый, удобный и интеллектуальный способ управления Smart TV. Весь разнообразный контент собран в одном месте на одном экране. Просто выбирайте фильмы от разных провайдеров и воспользуйтесь предпросмотром, не запуская приложение. Воспользуйтесь преимуществами облачного сервиса Samsung Cloud. Для синхронизации фотоснимков необходимо подключить к облачному сервису смарт-устройство Samsung. Теперь после синхронизации телефона с облачным сервисом вы сможете просматривать фото со смартфона на экране телевизора. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика. Я провел анализ отзывов в интернете реальных пользователей данной модели, и сейчас расскажу, на что жалуются обладатели этого телевизора, а после перейдем к положительным отзывам. Углы обзора. Хотелось бы лучше. Если смотреть аналоговую антенну, то картинка ужасна. Нет разъема под наушники или AUX. Мало настроек звука. Звук оставляет желать лучшего. Низкая яркость, в отличие от шестой серии. Странная схема подключения HDR. Без Гугла не разберешься. Не всеяден по форматам. Не читает AVI файлы. Нет Bluetooth. Разъем HDMI 2.0. Хотелось бы 2.1. Теперь перейдем к положительным отзывам, которые иногда пересекаются с отрицательными. YouTube показывает в 4К без тормозов. Wi-Fi работает быстро. Подключился тоже быстро, но через провод надежней. Углы обзора с дивана на расстоянии около 3 метров. Всем все видно. Засветов не обнаружил. Отличный телевизор для просмотра телепередач. Устойчивые ножки. Невысокая цена для такой диагонали. Звук хороший. Быстрый смарт. Если вы стали владельцем данного телевизора, поделитесь в комментариях своим мнением о данной модели. Напоминаю, что ссылки на актуальные цены вы найдете в описании под видео. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор. Всем пока!